Assalomu alaykum, kanalimizni doimiy kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Toshkent shahridan uncha uzoq bo'lmagan hududdagi 12 gektar yer maydoni ega bo'lgan 4 ta baliq hovuzi bor joyni ko'rsatamiz. Ushbu joyimiz Yangi bozorda joylashgan. Qisqasi, bu yerda quyxona, molxona, tovuqxona, quyonxona hammasi mavjud. Dam olish uchun ham 5 ta 6 xonalik joyimiz qilib qo'yilgan, suvli tapchalar bor. Daraxtli joyimiz, salqin joylarimiz ham bor. Umumiy maydoni 12 gektar kvadrat metrga hisoblagan 12 ming kvadratni tashkil etadi. Общий bahosi 650 ming dollar. Agar hisoblaydigan bo'lsangiz, где-то 50 dollardan ozgina oshiqqa tushadi bir sotiga. Bemalol mana shu joyni sotib olsangiz bo'ladi. Kadastr hujjatlari hammasi joyida. Albatta videoni ko'rib boring, kuzating. Bu yog'idan Doniyor akamiz ruschada obzor qilganlar, ko'pchilik o'zbekchani ham qo'ymaysam degani uchun men video boshida ushbu ma'lumotlarni berib o'tyapman. Hammaga rahmat. Bizdan uzoqlashmang, layklarni bosish unutmang. Yana bir ma'lumot, ushbu joyni ikkiga bo'lib sotsangiz ham bo'ladi. Albatta, ikkita tarafdan yo'limiz bor. Yo'llari juda ham zo'r, qulay, katta trassaga qo'shilgan 4 ta man prut ko'rsatib qo'yibmiz. Mana ikkita darvozaxonani ham ko'rsalaring bo'ladi. Videoga layk bosing. Вот мы заходим на территорию нашего объекта. Здесь 12 гектаров земли, 4 пруда, 2 отдельных въезда. Здесь у нас вот постройки. Здесь было рыбное кафе, скажем так. Здесь пруды, рыбное хозяйство, разводят рыб. Здесь можно сделать красивую зону отдыха, четкую. Строение есть. Там чуть дальше мы сейчас переместимся в дрон, в квадрокоптер. Там чуть дальше мы все подробно осмотрим. Вот вдали виднеются наши пруды. Здесь подача воды из речек, родниковая, скажем так. Вот отсюда идет ручеек, то есть вода полностью циркулирует, впадает в эти четыре пруда через шлюзы, через шлюз все циркулируется и все выпадает в реку Черчик. То есть все очень удобно, вода не тухнет, не воняет, рыба не тухнет, все нормально, все четко. Так, дрон дичек экраном. Итак, дамы и господа, вот мы переместились в дрон. Сейчас съемка ведется с камеры дрона. Сейчас потихонечку мы подлетаем к саму территорию, взлетаем. Это парковочная часть, парковочная зона. Теперь мы взлетим нашу территорию и осмотрим все подробнее с дрона изнутри. Мы начинаем. Всем привет! Четко. Класс.
Итак, дамы и господа, мы продолжаем нашу съемку. Как я и говорил, за моей спиной ворота. Это второй въезд в нашу территорию. То есть это получается середина территории. Здесь вы видите строение. Здесь разводили барашков. То есть строение есть. Можете купить эту часть, использовать как ферму. Можете разводить кроликов, опять-таки барашков или крупный рогатый скот. Итак, мы перемещаемся в наш дрон. Сейчас продолжим съемку с дрона. Погнали! Вот эта площадка получается центральная часть нашей территории. С этой стороны два пруда. И с этой стороны еще два пруда. И вот съемка с дрончика идет. Смотрите и наслаждайтесь. Класс.